Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, что должно произойти, чтобы Солана перебила 1000 баксов. Увидим ли мы данные цели? Если да, то что должно сформироваться? Сегодня я вам расскажу. А перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком, так как это очень сильно мотивирует на запись последующих видео. И давайте сразу переходить к делу. На данном этапе находимся мы в середине цикла. Все только начинается. Набирали мы Солану по 13 баксов, и на данном этапе мы забрали уже 10 иксов. Кстати, тогда биткоин стоил 16к, и мы его тоже набирали. История не повторяется, но рифмуется. И сейчас мы подошли к АТХ. Я полагаю, что мы находимся в середине цикла. Все только начинается. Перед колоссальным ростом всегда всех выбривают. Поэтому учитывайте, что дойдут до конца только самые сильные. Безоткатного падения быть не может. Так же, как и не может быть безоткатного роста. Паттерны чередуются и масштабируются. Поэтому, дорогие друзья, мы держим монеты крепче. Все, что мы набрали, мы сейчас просто удерживаем. Сейчас я могу позволить себе фиксировать биткоин, но основную часть я все равно планирую фиксировать выше. Именно подобный сценарий мы с вами и предполагали. Говорили мы об этом сотни раз в старых видео. И сейчас все то, о чем мы говорили, реализуется. Солана растет, биткоин тоже. Так какие же цели у меня по Солане? Давайте разберемся. Дорогие друзья, изначально мы должны перебить АТХ. После закрепления выше зона свободного полета. И я полагаю, около 1000 баксов Солана сможет стоить в этом цикле. Конечно, на округленные цели я бы не полагался. Рынок любит всех обманывать. Поэтому свою часть позиции я постепенно буду скидывать по ходу роста. Мы уже забрали 10 иксов. И я полагаю, что все только начинается. Альткоин сезона у нас еще не было. Да, альткоины себя еще не показали. На данном этапе у нас биткоин сезон. Как ни крути, но именно биток накачивают капитализацией. Когда биткоин установит новый АТХ и начнет скатываться, именно тогда капитализацию из битка и будут переливать в альту. Все, что до АТХ по битку, это просто подготовка. Старички рынка уже полетели. Старички — это те монеты, которые хотя бы цикл прожили. Подобные монеты мы набирали весь медвежий рынок. И по факту данные монеты сейчас отрабатывают. Солана — это не единственный проект, который я набирал. Да, я покупал кучу монет. Все, что вы видите у меня здесь, это капля в море. Все монеты уже себя показали. Заходные импульсы мы уже нарисовали. На данном этапе создаются новые проекты, которые в этом цикле только стартуют. Примерно где-то здесь монеты данные находятся. Имею в виду те, которые сейчас я набираю. Солану тоже когда-то только запустили, и цена была меньше доллара. На протяжении всей бычки Солана росла, и на данном этапе создаются новые проекты, которые являются фундаментальными. Именно их сейчас и будут накачивать капитализацией, и я рекомендую покупать именно их прямо сейчас. Если вы хотите набирать вместе со мной по своевременным рекомендациям, если вы не хотите упускать возможности, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. Здесь вы получите полное обучение, 4 закрытых курса, и с набором правильных инструментов вы будете двигаться вместе со мной и с моей командой, набирая то, что набираем мы, без задержек. На данном этапе у нас набор. Прямо сейчас мы покупаем правильные новые проекты. Данные проекты будут кормить нас весь бычий рынок, так как потенциал данных проектов впереди. Еще раз набираю я на таких отметках. Да, примерно где-то здесь. Я не бегу на росте. Я не покупаю то, что уже улетело. Рынок всегда предоставляет возможности, которые необходимо использовать. В принципе, я понимаю, что все только начинается. Все, что показывают данные проекты сейчас, это копейки. На данном этапе моя цель набрать как можно больше проектов.
так как важна правильная диверсификация. Мы не знаем, какие проекты полетят первые. Мы не знаем, какие проекты покажут себя как Solana. Именно поэтому мы распределяем свой капитал, набирая все в правильных процентных соотношениях. Мы сформируем грамотный портфель и весь бычий рынок будем снимать сливки. Всех желающих набрать вместе со мной и с моей командой приглашаю прямо сейчас. Мы занимаемся набором и уже пожинаем плоды. Но это только начало. Весь рост у нас впереди. Кому интересно, ссылка есть в описании. Прямо сейчас действует скидка. И на данном этапе доступ оплачивается только один раз. То есть вы заходите и остаетесь здесь навсегда. Рынок цикличен. Все максимально просто, если вы сами себе не усложняете. Рабочие инструменты уже есть. Ими мы пользуемся прямо сейчас. Время идет. Бычка не бесконечная. Именно поэтому я рекомендую не упускать данный шанс. Часть монет уже покупать поздно. В биткоин я бы не лез. В Solana тоже. Данные монеты себя уже хорошо показали. На данном этапе необходимо подбирать то, что находится на днище. Всегда мы делали именно это. И Solana мы тоже покупали на падении. Кстати, тогда, когда мы покупали, все хоронили данный проект. Рынок всегда идет против толпы. И, к сожалению, 95% людей потеряют. Всем помочь невозможно. Толпа – это идиоты, к сожалению. Критического мышления у них нет. Но в этом есть тоже плюс. Благодаря данным людям мы зарабатываем. Мы впитываем их ликвидность, так как они не покупают на страхе. Они покупают на росте, когда мы фиксируем прибыль. Что делать вам, решать вам. Двигаться за толпой или за манипуляторами, решать вам. Кому интересно узнать, как работает рынок, и кому интересно двигаться за китами, приглашаю в закрытое комьюнити. На сегодня у меня все. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!